Не так давно у меня была такая честь и привилегия встретиться с одним пожилым пастором. Мы пересеклись с ним в Эстонии. Его зовут пастор Райан. И много лет тому назад, когда в Эстонии было таллинское пробуждение, он собственными глазами видел, как сотни и тысячи людей приезжали со всего Советского Союза. И силой Духа Святого люди оставляли костыли, коляски, и Бог исцелял очень многих. И так получилось, что я пересекся с этим человеком. И попросил, чтобы он помолился за меня. И вы знаете, когда он молился, он начал говорить слова из Священного Писания, которые я хотел бы поделиться с вами. Из Филиппийцам 3 главы 8 стих. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Когда он молился за меня, он посмотрел мне в глаза, у него были такие голубые красивые глаза, и сказал: «Оно того стоит, и Иисус того стоит. Познавай Иисуса, следуй за Иисусом, оно того стоит. Братья и сестры, Иисус того стоит». Я хотел бы сегодня также и каждого из нас вдохновить. Давайте будем познавать этого Иисуса, познавать Его силу, чтобы однажды, когда мы встретимся с Ним, мы могли сказать: «Иисус, Ты того стоил, чтобы всю свою жизнь посвятить Тебе и следовать за Тобой». Этот человек видел пробуждение, он видел, как люди получают исцеление, он видел, как тысячи людей приобретали Иисуса Христа в свое сердце. И когда он уже состарился, когда все закончилось, он говорил: «Познавай Иисуса». Братья и сестры, даже в это время давайте мы будем не охладевать в наших отношениях с Иисусом, но познавать Его, потому что Иисус того стоит.